сидели, короче, в спальне. Тот мужик уехал. Потом этот Ильдар говорит, короче, он сейчас кухню откроет и не откроет, ну, закроет кухню и больше не откроет. Мы зашли, мол, одеяло за... Ильдар за одеялом пошел, и он вот так стоял, получается, он так повернулся, я вот так вот здесь забыл, отсюда трубу вытащил и ударил. На поднастрах труба была. И что, ударил дальше, что? Ударил, потом этот, голову перевязали бинтом. Он упал, ты... Он упал, я его добил, получается. Сколько ударов? Ударов 9-10. Это момент, Ильдар где был, Илсен? Он стоял этот, неподалеку, ну, в этой же комнате стоял. А потом этот, Джамал где был? Джамал в той спальне был. Потом Джамал пришел, Ильдар говорит, у него пульс есть. Я еще один-два раза ударил. Потом этот, он принес простынь, короче. Голову перебинтовали. Дальше. Кровь вытрали. Дальше. Поставили в газель этот, его тело. И газель, его же газель, да? Да, Ильдар за рулем был. Дальше. Его вывезли, получается, вдоль канала вот так. С Шамхал Тюмени вдоль канала приехали, там выбросили тело. На Казбекова? Да, получается, на Казбекова.